Свободные места нет, но есть свободные места, потому что у нас буквально два человека, родственники, опаздывающие родственники, только сейчас добрались. Танюша, я попрошу тебя, да, выйди и встретись, пожалуйста. Давайте наши невесты поаплодируем, помните, мы договорились всегда аплодировать, когда она появляется в зале. Посмотрите, какая молодая, красивая, счастливая. Вася, аплодируй, это жена твоя, да. Подарить считается, те, кто опаздывает, их нужно встречать, а я просто объявлю. Родственники из Слуцка, давайте их встретим, тоже аплодисменты, им будет приятно. Ребята, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте, всем здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Как у вас ничего? Что? Стоит. Да. Вот так. Меня зовут Влад. Это, собственно, Сергей. Приехали, да, давно. Как-то добраться не могли. Да? Значит, мне загадывать желание надо, да. Два Сережи тут. Да. Но мы украли невесту, мы бы хотели решать этот вопрос. С вами, собственно. Можно? Пожалуйста. Поддерживаю, пожалуйста. Поддерживаю, поддерживаю, поддерживаю. Вася решала, решала. Здрасте. Как зовут? Вася. Можно вас тоже? Вы же следите. Сели, не заметили ничего. Леха? Юра или Леха? Я не понял. Юра. Это я сказал Лёха там. Ну, смотрите, надо будет внимательнее в следующий раз. Это тебе я говорю, не ему. Ты понял же, да? А, вот. Ну, мы будем вас наказывать за то, что вы как-то не досмотрели. А я тебе скажу, что нет. И выполните наши желание, не смотри туда, это не она. И мы вернем ее. Если нет, то она с нами поедет в Слуцк и копать то ли картошка, то ли нефть, я не знаю. Поняли, да? Хорошо. Сереж, что первый делать будем? А, первый будет такой. А, мы сейчас вас научим клуб, а вы знаете как, по-черному. Давайте все вместе. Раз, два, раз, два. Давайте раз, вместе. Два. О чем не хлопаем, я не понял. А. Вот, молодцы, запомнили? А я сейчас вам спою слуцкий гимн, и вы также продолжайте, давайте. Купалинка, купалинка, темная ножка, темная ножка, а где твоя дочка, темная дочка, а где твоя дочка? Что там происходит? Что не понимаешь? Надо было петь песню. Но это же твоя проблема. Ну, это долго и как бы не помню я даже этого. Отпустим это. Ну, смотри, мы же ведем счет 1-0 в нашей пользу. Да, да. Хорошо. Вопросов нет, да? Смотрите, тогда отойдите. Вот, вдвоем, сюда, сюда, сюда. Что? Вася нормально говорит. Ну, смотрите, можно вас? Если не так, как... Ага, девушки, можно вас вдвоем? Сюда, пойдемте. Давайте, давайте. Что сидим? Да, можете не идти туда, выходим. Да, 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 да. Сюда, не волнуйтесь, я верну ее через 2 года или 3. Как получится, короче. А можно вас? А вы с удовольствием. И вас тоже. Пожалуйста.
Извините. Да не, верну. Через где-то полтора года. Это. Нет, сюда. Пойдемте, вон в середине. Вася, отойдите вон сюда. О, дальше от нас. Вот, сейчас надо спасти вас. Но надо будет выполнить то, что Сережа будет говорить. И надо его выполнить четко, понятно и красиво. Поняли, да? Хорошо. Девочка, девочки, сейчас вам нужно очень хорошо продефилировать. Тут есть дефиле под музыкой и очень красиво, чтобы нам очень понравилось. А если нам понравится, мы тогда вернем невесту. Если нет, извините. Вот вы по одному ходите отсюда до туда и обратно сюда. И очень-очень красиво. Очень красиво. Диджей, мы готовы? Кто первый? И все зал поддерживают. Давайте, давайте, давайте. Все, поехали. Ага. Молодцы, и назад. Так же красиво. Неплохо. Молодцы. О, и ты тоже. Ага. Ешь. Поддерживаем дальше. Поддерживаем. Следующий. Ага. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы. Ага, вот это да, вот это да. Молодец, молодец. Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем. Поддерживаем, молодец, молодец. Еще один человек остался. Она обратно пошла, села, но не спас. Нет, 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 надо, надо. 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 Сейчас станем на колени, будем просить вас. Ну ладно, хорошо, хорошо. Диджей, спасибо. Ну, смотрите, ребят, ну я тут уже старался сколько мог, да? Ну тут получится полбал. Сам знаешь почему. Да ладно, да ладно, нет. Что нет? Нет.